Лиана Волкова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Девушка 21-летнего Арсения Шульгина призналась, что пережила страшные моменты в недавнем ДТП. Младший сын 51-летней певицы Валерии в конце прошлого года попал в аварию по пути из Москвы в Петербург. В машине юноша находился со своей возлюбленной. Та пострадала больше, у нее был сложный перелом правой руки. Лиану часто спрашивали о состоянии после экстренной госпитализации. Девушка решила удовлетворить любопытство поклонников. «У меня был закрытый перелом. Кости сломались пополам, помните сцену? Рука без костей в фильме «Гарри Поттер и тайная комната»? Очень похоже. В первые 1,5 часа после аварии я просто пребывала в шоке. От боли, пока мы ждали скорую помощь. Я сидела и отключалась, мне не давали. Я должна была оставаться в сознании. Это худшее ожидание в моей жизни», — призналась она. Волкову экстренно доставили в больницу. Там травматолог осмотрел руку. Перелом оказался сложным, руку обкололи обезболивающим, а затем вправили кости и суставы. Понадобилась операция «Остеосинтез», хирургическая репозиция костных отломков с помощью титановых пластин. Пациентку предупредили, что исход может быть любым. «У меня очень тонкие, хрупкие кости. Титановые пластины, которые стоят у меня, должны быть меньше кости, у меня, наоборот, больше. Размер моих пластин самый маленький, меньше нет. Команда врачей решила не подвергать мой организм токсичному воздействию наркоза и делать операцию под проводниковой анестезией, введение анестетиков, нервное окончание, другими словами. Больно ощущение, как будто каждые 30 секунд ударяешься локтем об угол», — рассказала Лиана. Шульгин как мог поддерживал свою избранницу. Наследник поп-звезды признался, что ее травма выглядела жутко. Арсений недавно отметил с Лианой ее день рождения. Молодой человек подготовил для возлюбленной приятный сюрприз. Украсил ее комнату цветами и воздушными шарами. Сын артистки показал горячее видео, снятое в бассейне.